Хей, йога, с вами Жумики, мы продолжаем проходить игру под названием Узурпатор. Окей, давайте мы с вами левел-апимся. Так, а это у нас, короче, не интеллект все-таки. КРД. Пробуем. КРД. И... КРД, да. Но это не ХП. КРД это не ХП. Это... Но у нас все равно автоматом забирает все. Так, хорошо. Мы с вами должны... Да, вы спросите, стоп. Ты же был только что, где разрушен у нас королевский трон. А, да, он был разрушен, я просто сюда вернулся, чтобы посмотреть, может, тут где-то есть, чтобы запрыгнуть наверх. И все равно мы также путь сокращаем. Плюс мы так сокращаем себе быстрый путь. Маги тут свое дело делают. Да. Ну. Это было ожидаемо. Ну, думаю, это понятно было всем. Поэтому возвращаемся к нашему трону. Мне кажется, либо разрывы... А, не. Показалось. Так, сохранится. Просто я не помню, сохранялся ли я. Ладно, мы знаем с вами, где уже стамина. И где прокачивается урон. Но урон, получается, просто увеличится на единичку. Я не думаю, что это довольно много. Лучше прокачивать на единичку ХП. Или насколько он будет увеличиваться. То, что, ну, сколько? В основном у нас было 40 урона, так? А теперь вместо 40 у нас 44. То, что у нас прокачано на сколько раз там? На много раз. Ну, это ж понятно, кто? Это мимик. Легко. О, у нас уже сразу 1500. Так, и вот здесь можно запрыгнуть наверх. Ой-ой-ой, вот это было плохо. Снова. Да чё я не успеваю? Ладно. Готово. Не ваншочу. Ладно, затем я потом приду. Не, если, конечно, я найду сейчас кровать. Готово. Изи стрелам. Я не знаю, может, у меня будет оружие дальнего боя потом, со временем. Не могу зацепиться, жаль. Чё это такое? Это что за херь такая? Противник. Так, ладненько. О. Ну, это, типа, они... О, пистолет. Дамаг 40. Ну, тратится ж патрон, так? Револьвер. Стой, мне нужно инвентарь. Так, мы теперь вот это сюда, так.
Да, у меня просто забирает, получается, пулю. Ну, пулю, как можно было увидеть, мы выбиваем с вами с этих. Так, ну там картина. Ой. Нафиг. Чё? Подожди, подожди, а где это я? Это мы вернулись, я понял. К обучалке. Это мы вернулись к обучалке. Туда можно как-то попасть, там какое-то яйцо, либо что типа того. Чего? А можно, пожалуйста? Нет. Классно, классно. Уважаю, уважаю. Что-то у меня теперь пуль мало. Ну, в принципе, классно. Почему нет? Вы считаете, что это не классно? А я считаю, что это классно. А я не знаю, почему оно вообще сломалось. Потому что оно должно было быть работать нормально. Ладно, пошлите дальше. А, то есть ты вообще просто не атакуешь. Ну смотрите, он за нами не движется, когда мы на него смотрим. Считайте, мы играем в мод с одним хп. Изи. Изи. Готово. Так, сразу ставим все, что нужно. Себя мы ставим сюда. Так, теперь мы падаем сюда. Бежим вот сюда. Так ведь? Или нет? Я хочу быстро на трон сесть и прибежать обратно. Или я там обратно не поднимусь? Не знаю. Пойди должен. О, здоров. Телк. Чё-то пацана из Блича похож. Ну. Ну, типа, чтобы обнулить все. О, здоров. Алявный камень. Может, я так... А, ладно, не смогу, наверное. К тому пацанчику тоже сбегать так же сделать. Так я не понял, что у меня вообще это произошло.
Плюс еще камень. Ну, видите, здесь нужны именно специальные камни для апгрейда. Тут типа прикольно. Здесь чисто вот сразу два апгрейда. Чисто вот без всякого обмана два апгрейда. А не, показалось, он все-таки движется даже так. Так, готово. Выше. А, видите, вот здесь нужно малявкой стать. Это зона обморожения. Поэтому это херово. Изи. Так, еще слышу. Так, наверху еще глаз, пуляй в него. Плей. Ай. Ай, понял. Короче, на органе лучше осторожно играть. Не, ну в принципе... А я туда быстро не поднимусь, да? Прикидывай, если тут только несколько контишек у нас есть. По ограниченное количество смертей. Допустим, там часы же, да, в конце показывают. Типа у нас всего лишь 24 попытки. На все про все или 12. До того, пока мы полностью не сдохнем, то это будет плохо. О, два сундука прямо. О, кританул. А может, если я... Не, навряд ли. Не буду играть на органе. Вот пойду прямо. Ой, а там два этих. Чик-чик, челика во льду. Но потом все равно сюда вернусь. Мне лучше камни эти забрать. Так, ладно. Сейф. Левел ап. Хорошо. Не, мы все-таки пойдем наверх. Мы вернемся. Я просто, чтобы сохраниться.
чтобы много не потерять. Что дает синие вот это? Что, полетели? Вау. Фух. Так, я, короче, какой-то глаз получил я. Демонический. А ну-ка. А ничего нету? Ну пошлите отсюда. А не, музыка есть. Так, гоу, вернемся, сохранимся. А то мне кажется... Вы видели? Что я могу? Я размораживать могу. А это я сейчас во столько мест могу сходить. Стейв гейм. Да. Level up. Ну блин, я не знаю, мне все равно энергия будет полностью заканчиваться. Давайте тогда лучше силу прокачивать. Сейчас вернемся. И сходим сюда вот наверх. Типа, знаете, там можно обменивать вот эти. Сферы как хотим. Так. Прокачка. Сохраниться. Готово. Ну, гоу вниз сбегаем. А, тут ворота. А, что лучше? Я понял, что лучше. А теперь подниматься. Видите, там все равно есть как бы диалог, но я не знаю, это... Так, обычный рыцарь. И чили, который пуляет глазами. Я, в принципе, знаю, где могу использовать свои эти. Сколько? Ну... А ну-ка. А видите, а я не могу, типа, второй раз с ним драться. Понятно, что он будет усиленный. И что это будет сложно. Окулус максимум. Окулус рифт. Ну блин, а почему типа на шаманов не нападают? А, все меня типа уже не морозит. Ништяк. А, поехали наверх. Тут тоже предмет. Так, коса. 40-120. А, ну тут этот маленький. Радиус. Радиус атаки маленький.
очень маленький радиус атаки. Интересно, есть смысл то, что я прямо сейчас бегу просто? Понятно, что я могу сейчас влево пойти. А если я пойду вниз? Все-таки тут тоже был проход, и довольно большой проход. Оу, а это у нас лук, и лук должен быть много урона. Серьезно? 25 урона? Как-то мало. Как-то мало. Тут что-то у вас с текстурами пошло не так. Да. Слишком много мест, куда я могу уже пойти. Я мог и пойти в разрушке, в той. Я могу сейчас в столько мест сходить, это пипец. У меня выборов много. А, здесь просто стенка. Ну да, в принципе, меня не морозит. Мы можем сходить с вами. И где начало игры было, ну, там кубик просто стоял, поэтому я туда пройти не мог. И здесь... А, ну, в принципе, здесь только один вариант, это пойти в эту сторону. В иных... А, нет, у нас две стороны, подождите. У нас тут... Раз. И снизу. 20. Тогда все ясно. Изи. Что по времени там? Изи. Мне вот это пугают большие места. А, я походу этому духу прокачал урон, да? Кажись, да. Пипец, тут локации огромные. А знаете, на что это рыбка похожа? А не помню, мы проходили. А, это мозги там. Я помню, там рыбка. Большое место. А мы с какой-то стороны сюда ходили, да? И холд. Ну, мы сейчас просто поверху идем, а есть еще снизу проход. Да, здесь вот как раз лифт, о котором я говорил. Здесь у нас троны. Так, сейв гейм. Так, левел ап. Хватит денег? Хватит, дам. Я лучше через дамаг буду качаться и буду меньше урона получать. Потому что хила я тут тоже в игре не вижу. Как ни странно. Манати, это сейчас все заново туда ж, ух. Интересно, как я быстрее бегаю, так или кувырками? Ну, кувырки спасают чисто от всех атак. Это очень классно. Это очень классно. Так, я убил ваншот сейчас двух ударов. Ну, ваншот это основной удар, но у нас ваншот это два удара. Так, еще плюс, плюс оружка. Так, рапира. А, нет, херня. Сразу в помойку.
Кошачок орёт. Угу. Я понял. То есть против таких у меня еще нету, да? Дизейблов. Че получается, мне сейчас заново подниматься? Окей. Заново так заново. Так, я просто знаю, где наш первый трон был. С правой стороны, где я говорю, типа, очень большая локация, потому что я был слишком удален. Там босс, но он мне просто ваншотнет. И плюс там, походу, нужно полет. Сейф, хорошо. Сейф, сейф, сейф. Вот еще мы внизу не были с вами. Точно. Здесь мы все с вами облутали. А, я там мелким должен где-то стать, точно. Да. Значит, да. А, еще тупое щупальце. Напугало. Так, мы внизу еще не были. Так, это у нас даггеры. Ну, мало тратят и мало берут. Походу синий, темную сферу. А если так? Не, мне нужен только кристалл. Получается, мне нужно в первый все-таки город бежать. Блин, да, нужно, короче, не забывать, куда я вообще ходил, а куда я еще не был. Ой, не лагай. Не лагай, прошу. Так, а вот так, где у нас был первый заморожка? Тоже я не вспомню. Где у нас была первая заморожка? С чем этот плащ связан? Там у нас просто подъем, да? Или у нас не просто подъем там? Блядь, не помню. Ладно. Не помню. Вообще ни хера не помню. Ладно. Дуем сюда. Что это такое? И это Крейбл, вон был мой Next Body. На. Жалко, что они на русском. Так, а могу я... А, видите, нет, здесь мне нужен полет. Здесь по-любому нужен полет. Ну, короче, вернемся сейчас в начало. Сначала в начало. Потому что у нас там что, правильно? Замороженный сундук еще. И у меня будет 10 этих. 10 я. Так, стоять. Его сначала за сундуком, а потом пойдем. Изы. 10-й. Стоунс. Какой-то возрастной камень. Того.
Но здесь будет, скорее всего, это черт. Ага. А видите, а мне этого хватает. Защиты. Лучше, короче, уроны все-таки эту сферу качать. Чтоб меня не так быстро пробивали. Потому. Блин, ну вот это мини-фрезы все равно как бы подбешит. Ладно, можно. Ну тихо. Я хочу посмотреть, что это. Это елки-палки. Это огромное какое-то сердце. Без понятия. Ладно, давайте, короче, на этом, я думаю, закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.